сладкая колбаска из прошлого. Ингредиенты. Печенье 500 грамм. Молоко сгущенное, банка. 4 ложки какао, порошка. И 180 грамм сливочного масла. Печенье ломаем. Крупно, мелко не надо. Все тщательно размешиваем. Все тщательно перемешали и выкладываем на пленку. Формируем колбаску и сворачиваем в тортилью. Вот такую колбаску убираем на 3-4 часа в морозильник. Вот такую колбаску вытащили из холодильника. Сейчас нарежем. Если вам понравилось, подписывайтесь.